шагающий египтянин, эпиграф, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, Рильке. Его присутствие ужасно. Он здесь, как мы с тобой не умеем быть, как мы напрасно стараемся в скользящем сне, в сквозящем сне, в ином пределе. Он здесь, как будто он всегда здесь был, а он и в самом деле так долго здесь, что города с их площадями, их церквями, музеями, в которых он бывает выставлен едва ли пред этой бездной времен, не начинают гаснуть, таясь, или так нам кажется, и вдруг сквозь них всегдашняя нагая видна земля и лес и луг. Куда идет он, мы не знаем. Он так уходит в никуда, как будто там, за самым краем земли, другие города, где все другое, все иначе, где мы другие, мы не те, кто здесь стоит, так мало знача в своей привычной пустоте. А пустота в его глазницах нас видит, и его рука легко летит и вдаль стремится, вдаль, что и вправду далека. Так быстро он уходит, что мы уже глядим ему во след, в тот мир воздушный и огромный, где он всегда и где нас нет.